Туз тоже после ряда совсем уж неудачных сезонов прорывался в плей-офф несколько раз подряд. А теперь довольно-таки неприятное положение попал чикагский клуб. И располагается он на 10-м месте, но там уж больно небольшой отрыв между конкурирующими фирмами в борьбе за позиции номер, скажем так, 8 или 7. Милоки пока что на 8-м месте, 28 поражений, 24 победы. У Нью-Джерси 23-27 соотношение, у Чикаго 22-28. Так что есть возможность еще побороться, и здесь каждая победа имеет определяющее значение. Пробежка у Джаника Ноа. Мяч достается Джейсону Киду. Винни Дельнегро отправляется к арбитрам обсудить вопросы, видимо, связанные как раз с этим решением. Ну, а более, конечно, уверенное положение у Dallas Mavericks. 7-е место, 29-20 соотношение. Но представляете, в этой конференции у Феникса, который не попадает пока что в плей-офф по состоянию на этот день, 27-21, то есть больше побед, чем поражений, причем намного, а команда, если бы вот сейчас начинала стадия плей-офф, то Феникс бы не попал в эту стадию. Но так или иначе, ситуация такова, какая она есть, и Чикаго нужно менять свое 10-е место по возможности на 8-е, а для этого нужно выигрывать. Бен Гордон на линии штрафных, а Джош Ховард получил 4-е персональное замечание. Бен Гордон в первой половине довольно неплохо себя проявил, забил 10 очков, при этом все лишь 2 раза с игры промахнулся, 4 из 6 у него. Дэвейн Джордж выходит в составе Dallas Mavericks, как раз Джоша Ховарда он и будет менять. 48-51. Рик Карлайл, который, в отличие от Винни Дельнегро, обладает более изрядным опытом. 6 сезонов он провел все-таки в Национальной баскетбольной ассоциации. Это его 3-й клуб. И именно его выбрал довольно эксцентричный руководитель Марк Кьюбан с тем, чтобы сменить Эвери Джонсона. Пока что получается не так хорошо, как у Джонсона в первые годы его пребывания в Далласе. А между тем Дирк Новицкий очень изящно и просто забивает очередные 2 очка. 52-50. Всего лишь плюс 2. Лол Дэнк оттягивается на периметр. Неплохая скидка. И потеря тут же. Джейсон Кид, которому мяч достается в быстром отрыве. И что? А нарушения правил-то не было, но мяч достался Дирку Новицки. Тот не решился на бросок. Лоул Дэнк ему активно мешал. Снова Новицки против Лола Дэнга. Разворачивается, бросает через руки нападающего Чикаго и не забивает. Дерек Роуз легко очень обыграл Джейсона Кида, но до этого было нарушение правил. Это привычная гримаса для Винни Дельнегро. А пока что Дирк Новицкий. На сей раз издалека. Ну, вот как раз то, что было нужно Чикаго. Тут могут они многое. Известно доподлинно и Карлайлу, и его команде, и против этого вполне ищется противоядие. Дерек Роуз опять забирается под кольцо, берет игру на себя, забивает очередные 2 очка. И это очень важно сейчас для Чикаго попадать, не пуская соперников в быстрые отрывы, которые сегодня удалось очень хорошо получаются. Уж слишком легко им даются набранные очки. Нарушение правил. Получает Тайрус Томас фол в борьбе за позицию. Ну, ставил заслон его визави. И вот как раз в борьбе за позицию он и нарушил правила. Хосе Барреа забирается под щит. И получилась вполне неплохая передача. Но просто здорово отборолся Джаник Ноа под кольцом. А вот этот пас мог быть голевым. Но Дерек Роуз где-то фактически с пола мяч поднять не сумел. Гордон издалека
забивает 3 очка. И смотрите, как удачно он использовал заслон, обежав вокруг большого команды Далласа. Нашел-таки секундочку для броска. И бросок этот был безупречным. Дирк Нависки спиной к кольцу. Разворачивается. Тайрес Томас успевает подставить руку. И тут же, кстати, сам Томас и забирает мяч. Перехват в исполнении Джейсона Кида. И по части перехватов он вообще лидер, один из лидеров за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации. Это один из его коньков. Дирк Нависки, между тем, с разворота бросает. Для многих баскетболистов, для большинства баскетболистов в мире это неповторимый трюк. Он исполняет его с обыденностью и простотой каждый раз. Джаник Ноа Тайреса Томаса находит против Дирка Нависки. Тот оставляет мяч Дереку Роузу. На сей раз Дерек Роуз не попадает. Подбор достается Далласу. И снова Джейсон Кид на периметре. Нависки обыгрывает Тайреса Томаса и снова забивает. Дирк Нависки. Ну вот и покатился бронепоезд под горку. И бесполезно бревна подкладывать на железнодорожное полотно. Остановить невозможно. Можно только мешать по мере необходимости и по мере возможности. Джаник Ноа Дереку Роузу ставит заслон. Передача на Гордона в угол. Тот не забивает. Очень не кстати для Чикаго Буллс. И снова Джейсон Кид. И Нависки. На сей раз в ближнюю дужку кольца. Ноа забирает мяч. Гордон. И все-таки добавляет Ноа мяч в корзину. Но Гордон очень красиво все сделал. Резко, быстро, изящно. Единственное, с точностью проблемы небольшие возникли. Пас под кольцо в направлении Эрика Дампьера. А у того мячик-то в ладони, как у нас с вами теннисный держится. Одной рукой спокойно он его забирает. Ну, огромный парень. 2.11 ростом. Эрик Дампьер. Будет бросать. Нет, не будет бросать из-за боковой. Сбоку будет начинать Даллас. Хосе Бареа. И здорово играет на Дампьера. Но тот не попадает из явной ситуации. Ну, надо уж пытаться было сверху забить. Хотя там караулил, конечно, его Джаник Ноа. Получает мяч в трехсекундной зоне. И кто же нарушил правила? Или Нависки, или Дампьер. Дампьер. Первое персональное замечание. У него всего лишь навсего. То есть до конца игры вполне должно хватить. Половина третьей четверти позади. 14 секунд на атаку. У Чикаго остается Дерек Роуз. Давненько Хайнрик не появлялся. Роуз и Гордон играют. Ну а проталкивается под щит. Ну, как видите, Дирк Нависки не очень истово играет в обороне. При его попустительстве Джаник Ноа забил 2 очка, довольно легкие, хотя и трудовые при этом. Бареа сам идет под щит. И здорово обыгрывает Джаника Ноа. Свисток, Джейсон Кид свалил. Второе у него персональное замечание. Бареа. Ну, всех оббежал. Всех оббежал. Очень здорово поставил корпус Джаник Ноа, который сзади пытался его накрыть. Но, тем не менее, быстроты и ловкости хватило Бареа для того, чтобы не промахнуться. Бросок со средней. Дерека Роуза. Нет, это не Дерек Роуз, это Тайрес Томас. 63-59. Чикаго изредка пропускает вот такие нокаутирующие удары в виде нескольких атак подряд. И второй проход, тот же самый слева от кольца, удается Хосе Бареа. 63-61. Так вот, пропускает периодически Чикаго вот эти вот молниеносные отрывы в исполнении Далласа. И счет сравнивается. Но потом все-таки удается за счет вот более быстрой игры, более резкой, если хотите, мяч ходит значительно быстрее у
баскетболистов Чикаго. И вот за счет этой быстрой комбинационной игры Чикаго удается организовывать атаки. А между тем Хосе Барре нарушает правила. 63-61 за 5:26 до окончания третьей четверти. Кстати говоря, за Чикаго болеет Барак Обама. Общеизвестный факт. Атака из угла, появившийся и только что упомянутый мной Хайнрик на сей раз не попал. 2 из 3 у него было в первой половине. Барре, эх, не забил. А забил бы, мог бы принести своей команде 3 очка в одной атаке. Тем не менее, поздравляю этого партнера, все сделал просто здорово. Ртутный баскетболист, живчик такой. Видите, ни секунды на месте не стоит. Такое впечатление, что если замрет он на какое-то время, то просто разорвет его изнутри. Энергии просто через край бьет. 1 из 2 забил. Рик Карлайл нахохлился. Тренер Далласа. Ну, а второй не точно. Ну, а с товарищем поспорил, с Томасом поспорил за подбор. Все-таки выиграл его. Роуз. И скидочка. Очень неплохо разыграли. Лоул Дэнк бросает. Но, к сожалению, совсем не точно. И тут же Тайрес Томас быстрые руки свои демонстрирует. Прерывает передачу. Тем не менее, мяч в игре оставить ему не удается. Хосе Барре. Меняются они с Джейсоном Кидом в роли первого номера. Сейчас Барре владеет мячом. Но проход у него очень здорово получается. И опять вот такой странный бросок Дирка Нависки. Я же сказал, что для него это простая обыденность, банальность баскетбольная. Но, тем не менее, самый результативный в составе обеих команд. Дерек Роуз обыграл такие соперника. Обыграл Джейсона Кида и забил. Подергал, раскачал его в разных направлениях. Ну, а теперь Хосе Барре против Хайнрика. Получает заслон, бросает из-за 3-очковой ближнюю дужку кольца. Роуз обыгрывает снова Джейсона Кида. Идет в проход и по высокой траектории не попадает по кольцу. Вот такое ощущение, что, несмотря на все свое хладнокровие, Дерек Роуз в каких-то эпизодах принимает не совсем верные решения, те, которые нужно было принять. Ну и стянули к кольцу сейчас в 3-секундную зону соперников, заставили их собраться под своим щитом баскетболиста Далласа. Но здорово проведенную атаку и такой стратегический маневр сами не использовали. Ну а на сей раз под кольцом оказался Джаник Нуа, ударили его по рукам. И 2 броска в его распоряжении. 24 очка уже набрал Дирк Новицкий, но с довольно-таки низким процентом. 10 из 23 атак его завершились удачно. А вообще, есть и такой показатель, как плюс-минус. В хоккее он употребляется несколько чаще. Так вот, Дирк Новицкий до недавнего времени был худшим в своей команде. Но здесь абсолютное первенство у Джейсона Кида. Минус 12. А лучший показатель в составе той и другой команды у Дерека Роуза. Плюс 10. Ну, а не забил. Оба броска. И тут же быстрый ответ. Быстрый ответ вынужден. Вынуждены против 21 номера Энтони Райта фалить. И все тот же Нуа фалит. Успел оттянуться и назад. Довольно быстрый центровой. Смотрите, насколько тяжелее его смотрится Дирк Новицкий. Но при этом, при всей своей вот этой массе, как же здорово он бросает. Райт на линии штрафных. Первый точен. Ну а Джаник Нуа пока что заменен. Третью четверть здорово проводит Джаник Нуа. Тайрусу Томасу предстоит в одиночку бороться, но будет помогать еще Насиони. Аргентинец довольно давно не появлялся на площадке. И вот теперь предоставлена ему возможность сыграть. Хайнрик.
нарушил правила. И, по-моему, фол в нападении ему выписали. И тут же тайм-аут при счете 66-65 в пользу Далласа. Далласа в этот вечер, у него плюс 11 при 11 набранных очках. Ну, а вообще в составе той и другой команды этим может похвастаться... Ну, пожалуй, да, у него и самые лучшие показатели есть. У Чикаго это Джаник Нуа, который сейчас отдыхает. Ну, а между тем прекрасную передачу отдает Барре под щит на Эрика Дампьера. Тому дай только сверху забить. Дерек Роуз. 68-65. Уже плюс 3. Хайнрих. Но бросать-то ему Джейсон Кит не даст просто так. На Сиони передача на... Лола Денга, и против того правил нарушает Энтони Райт. 2:36 до окончания третьей четверти. Пока что 3 очка только на сегодня забил. Лол Денг с линии штрафной. Ну, надо бы поточнее, конечно. Лолу Денгу 9 очков пока что на его счету. А вообще... Лол Денг 8 из 10 забивает. Очень приличный показатель. Джейсон Кит и Хосе Барре. Вот такое сочетание. На нем остановился в итоге Рик Карлайл. И, может быть, как раз он в этом был прав. Ну, а это Дирк Новицкий. Не сомневаюсь, что будет бросать. Мяч проваливается в корзину, как притянутый магнитным полем. Дирк Новицкий самый результативный в составе обеих команд. 26 очков уже набрал. 70-66 плюс 4. Пожалуй, самое большое преимущество Далласа 11-3. Рывок команды, который позволил ей выйти вперед в счете. Рик Карлайл. Ну и смотрим, как на Тионе идет подсчит. Сзади его накрывает Джейсон Кит. Но с нарушением правил. На Тионе бьет первый точно штрафной. Еще одна попытка будет у пятого номера. Между тем у Далласа Мэтт Кэрролл вышел под 13-м номером. И это 11-й баскетболист, которого Рик Карлайл в этом матче задействовал. Остался только еще Райан Коллинз. Он не выходил. Барре по-прежнему в игре. Поменьше он Дерека Роуза. И защищаться ему против Дерека Роуза сложнее. Хороший заслон получил. В трехсекундную забрался, но Хайнрих ничего не делал. Предосудительного. 5-4, но надо бы скорее атаковать. Лол Денг пошел куда-то от кольца зачем-то. Барре успел вернуться. Лол Денг со средней дистанции. А у него сейчас бросок не идет. И подбор достается Даллас Маверикс. 70-68. Минута 17 до окончания третьей четверти. И снова Дирк Новицкий. Но на сей раз не точно. А он даже и не сомневается. Запасное оружие. Если не получается комбинационная игра, пожалуйста, Дирк Новицкий в вашем распоряжении. Отдал ему мяч, он зарядил с любой дистанции. Ну а между тем Дерек Роуз в тяжелом проходе забивает очень важный для своей команды мяч, сравнивая счет. Дирк Новицкий против него на Тионе. Разворачивается Дирк Новицкий. По счастью для Чикаго не забивает, но, по крайней мере, право на 2 штрафных он для себя добыл. Ну, вот это ход Винни Дель Негро. Для того, чтобы остановить Новицкий, он выпустил как раз на Сионе. 26 очков Новицкий набрал. Штрафные он сегодня исполняет безукоризненно. Еще одно тому подтверждение. В низкой стойке защищается на Сионе. И здорово плечом его поддел Дирк Новицкий. Потерял ориентацию на Сионе, дав возможность развернуться Новицкий, но тут не забил.
И второй туда же. Хайнрих. И очередной неточный бросок. Очень не кстати. Барреа. И все равно попадает, несмотря на вытянутую руку Хайнриха. Под аплодисменты зала. Кстати говоря, та самая арена, на которой мы с вами виртуально присутствуем, одна из самых посещаемых в лиге. Фантастический рекорд. 298 игр подряд. Sold out, как говорят американцы, или аншлаг. И это потрясающий проход Хайнриха. Достойный ответ. Бросок издалека и снова точно. 3 секунды и 3 десятых осталось, плюс 5. Барре забивает и еще и перехват. Ну, совсем было бы обидно для Чикаго, если бы еще и этот бросок достиг цели. Барре принимает поздравления, но сделал игру в последние несколько минут. Тут же телевизионщики и вот эта самая ревущая толпа в направлении. Ну и, пожалуй, впервые в этой встрече Даллас довольно-таки уверенное лидерство взял. Дирк Новицкий 28 очков уже набрал. Продолжает класть мяч в корзину команды соперника. Но на сей раз арбитры его разочаровали. Равно как и Рика Карлайла. Но тот в процессе. Тот схватил за хвост жар-птицу и попытается теперь ее не выпустить. Ну а Дерека Роуза и компании крайне сложно предстоит в этой четверти. Хайнрих забрался под больших Далласа, получил роскошный блокшот и вынужден возвращаться назад и обороняться. Ни та, ни другая команда пока забить не может. Ну и хаотичная и суматошная игра в эти минуты, наблюдаемая аудиторией American Airlines Center. Неподготовленные атаки, неточные броски. Ну, такие отрезки случаются, когда и оборону толком не удается построить и той, и другой команде. Ну, а вот этот бросок 40-го номера Далласа, Девейна Джорджа, оказывается точным. И ответный точный выстрел. Трехочковый, 75-79. Даллас впереди. Хосе Барре, пожалуй, один из самых ярких исполнителей в этот вечер. На паркете набрал он уже 16 очков, ведет атаки своей команды и посадил слегка на скамеечку Джейсона Кида. Ну и тут очень кстати вот эта самая табличка со сравнением. Бен Гордон. Винни Дель Негро. Тренер-дебютант с довольно симпатичной командой. Бен Гордон от щита. Красивый мяч кладет в корзину. Ну и Джейсон Кид тут же. Мэтт Кэрролл, 13 номер, серия замен. Антуан Грей вместо Нуа в эти минуты будет играть. Ну, Нуа получил подряд несколько персональных замечаний. Вынужден тренер был его посадить. Ну, пригодится, конечно, американо-француз. Американец французского происхождения пригодится еще в концовке встречи. Несомненно, мы его увидим. А пока же 20 секунд на атаку у Чикаго. Довольно хитрый сброс. Из угла не решился атаковать Хайнрих. Назад на Гордона. И против того Хосе Барре фолил. Вот здесь был фол. Немой вопрос в глазах баскетболиста Далласа. У Рика Карлайла вопросов нет, как у тех матросов. Доволен возможностью выйти на площадку 32 номер от Даллас Маверикс Брэндон Басс. Ну, считает 40-й номер Далласа, что правил он не нарушал. Я имею в виду Девейна Джорджа. А это Андрес Насьони.
И тут же тайм-аут, на который решается Рик Карлайл. Естественно, будет он использован и в Винни Дель Негро. 81-79. Рывок Чикаго и снова быки впереди. Бродягам придется догонять. 9:41 до окончания четверти. Кстати говоря, щит, ну, примерно равные показатели у команд. 37 подборов забрали игроки Dallas Mavericks и 34 баскетболисты Чикаго. Но при этом в нападении 13 раз под чужим щитом удалось все-таки переиграть соперников Далласу. И, может быть, за счет этого лишние дополнительные возможности для атаки у них появились. 32 раза играли, 32 раза попадали они с игры, 42%, 75 атак против 59 у Чикаго. Ну вот в этом, наверное, и секрет. То есть более скупо и экономно используют свои возможности игроки Чикаго Буллс. Лучше они атакуют и из-за трехочковой дистанции, почти в два раза лучше. 60% у Чикаго, 6 из 10 бросков, и 5 из 15 у Далласа, 33,3. Ну и, конечно, лидеры Далласа, в частности, тот же Джейсон Терри, два раза из шести попал всего лишь навсего издалека. Барре два раза из четырех и один раз из двух Дирк Новицкий. Но он успешно компенсирует, конечно, вот эти неудачи блестящей игрой, по крайней мере, во второй половине матча, блестящей игрой со средней дистанции, блестящими бросками. Фактически все его удачи, они как раз на это время и приходятся. И вот с этим отрезком временным и связано то, что Даллас вышел вперед. Ну и сейчас, может быть, отстает, но, тем не менее, все-таки пока что в деле. Да, в общем, и та, и другая команда может выиграть. Сейчас абсолютно невозможно предсказать, кто же победит. Ну, вот в западной конференции положение команд. Даллас на седьмом месте опережает Юту. Не намного, но на два поражения, скажем так. По количеству побед команды одинаковое положение занимают. И в преддверии матча всех звезд информация о том, куда может перейти Амар Стодмайер. Даллас в атаке, в позиционном нападении против зоны, которую выстраивает Чикаго. И все-таки ошибается. Ошибается Брэндон Басс, отвечает тем же Чикаго. Барре набирает скорость. Но отсюда не с руки ему бросать. Тот же самый Басс. Силовой проход не попадает. И что, и нарушает Хайнрих. Хайнрих нарушает правила. Басу еще нужно забить с линии штрафных. У Брэндона Басса, в общем, очень неплохой показатель. 86%. 4 очка он пока набрал и прибавил к ним 4 подбора. Хорошо помогает со скамеечки. Как я уже говорил, в первой половине игры скамейка Далласа, как правило, соперников переигрывает. Ну а Винни Дель Негро вообще вынужден обходиться ограниченным числом баскетболистов. Пожалуй, у него вот та пятерка, которая сегодня вышла. Томас Дэнк, ну а Роуз и Гордон. И помогающие им Насионе и Хайнрих. Вот 7 баскетболистов, которые в основном и несут на себе основную нагрузку. Между тем, Чикаго одно очко пока что ведет. 81-80. Хайнрих. Роузу можно сделать передачу. Выбирает вариант Хайнрих. Получает от Насионе заслон. Сам пошел к кольцу и накрыл его Басс. И тут же еще один бросок. Нет, все-таки скидка. А уже ничего не оставалось сделать, потому что время на атаку истекло. И вот такой сверхдальний бросок, естественно, не очень много шансов имел на то, чтобы оказаться точным. Ну а мяч между тем перекочевал опять к Барре, который организует очередную атаку. Стянул на себя двух соперников, отбросил на периметр. И точный бросок пятого номера Далласа Джоша Ховарда. 83-81, снова Даллас впереди. Вот это сюжет. Интереснейший матч довелось нам с вами сегодня увидеть. Нет вариантов на атаку у Чикаго. Под щит забирается Томас. И против него правила нарушены.
А ему только и остается, что тащить на себе двух соперников к кольцу и пытаться их обыграть, рискуя быть накрытым. Хайнрих. Повязка на правой руке. Травмирован был у него большой палец. Предполагалось, что пропустит он до 3 месяцев. Но, тем не менее, раньше срока появился с тем, чтобы своей команде помочь. Но представляете, если фактически Чикаго играет 7 баскетболистами, то одного потерять – это невосполнимая, конечно, утрата. Даже на относительно небольшой промежуток времени. Ну, а между тем, Джейсон Кидд сменил Барре в роли первого номера. Делает передачу под кольцо. Ну и там пробежка. Джош Ховард. Вроде бы мяч поймал, вроде бы принял, но излишние шаги семенил, держа его в руках, и посему мяч у Далласа арбитры отобрали. Томас, передача. На Сионе забивает со средней дистанции. 85-83, снова плюс 2. Ну и ответ Далласа. И опять потеря. Все того же баскетболиста Джоша Ховарда. Ну и что здесь? Честно говоря, в этом смешении тел, рук и ног не увидел я, куда же все-таки мяч проследовал. Опытнейший Джейсон Кидд. Хочет до 40 лет поиграть. И, естественно, очень хочет выиграть чемпионский перстень. Деррика Роуз, да он накрыл. Как улучил момент. Спрятал руку за спину и только затем махнул ей, причем филигранно, аптекарски точно. И еще раз тот же самый Джейсон Кидд. А вот я его ругал, а. В нужный момент все-таки включил опыт, а с третьей попытки Джош Ховард мало того, что 2 очка забил, так еще и заставил на себе сфалить. Может быть, ключевой момент этой встречи. 85-85, конечно, ничего еще не потеряно. Смотрите, второй блокшот фактически в одной атаке. Джейсон Кидд. Ну и здесь здорово очень сыграл. Спрятал мяч Ховард, отчасти реабилитировавшись за сразу 2 потери в 2 атаках подряд. Ну, когда хватает сил Джейсону Киду, когда он вспоминает себя самого времен Нью-Джерси Нетс, пожалуй, звездный его период, вот тут-то мы и видим просто искусство баскетбольное, рафинированное в чистом виде. Есть еще 7 секунд на атаку. Деррик Роуз, придется самому ему атаковать. И что? И мяч остается у Даллас Маверикс. А Деррик Роуз получает болезненный удар в область локтя. 8 блокшотов. Причем, по-моему, 3 из них сделал не кто-нибудь, а Джейсон Кидд. И тут же разбросавшийся Ховард забивает еще 2 очка и вынужден Винни Дель Негро взять минутный перерыв. Тех коллег, которых посчитали самыми перспективными. Ну а Томас, между тем, в невидимой нами атаке закончил эту самую атаку прекрасным броском сверху. Это как раз удалось понаблюдать, сведя разницу в счете до минимума. 1 очко всего. Барре сам идет под кольцо, и невозможно его остановить. Вот как он там просачивается, просто-таки сложно представить. 18 очков Барре уже набрал. По-прежнему плюс 3. Даллас выигрывает. Кстати говоря, тот же самый Нависки, если возникнет соответствующая ситуация, может и решить судьбу этой встречи в броскам на последних секундах. Между тем, Томас набирает 4 очка подряд. 89-90. И снова Барре. Но на сей раз просто по законам больших чисел статистики нельзя же все подряд забивать. Это невозможно, не в человеческих силах. Хайнрих. На Сионе пытается ему поставить заслон. Но не пускает он Кида к мячу, но тем самым некий размен организовывая. Что здесь? И показывает нам Томаса.
Один из самых перспективных, как считалось, баскетболистов Хайнрик был, когда только появился он в составе Чикаго. А между тем неточный бросок Роуза перестал ему вести, перестал мяч ложиться в кольцо. Вот как раз в начале, когда нервы были не так напряжены, бил он с куда большей точностью, в отличие от Новицки. А вот Новицки, Новицки тоже не попадает. И на сегодня помогает, смахивая мяч с кольца, забрать своей команде подбор. Теперь уже не спешит Дерек Роуз. Лол Дэнк снова не точно, но вот у кого бросок совсем не идет, так это у него. 3 из 13 всего, и тем не менее продолжает выбрасывать. Едва перехват не случился. Новицки. Оказался он против Хайнриха, но совершенно размен не в пользу Чикаго. И Хайнрих вынужден был сфалить, чтобы не дать забить Новицки легкий мяч. Кто-то из товарищей уже спешил на помощь Хайнриху, но запаздывал. Причем совершенно очевидно запаздывал. Ховард сам решает эпизод. И решает неудачно. По-прежнему одно очко преимущества Далласа. Роуз. 8 из 16, 11 из 27. Попадание с игры. Краткое напоминание нам с вами, как команды сегодня стреляют по кольцу. Здорово! Хайнрих выводит команду свою вперед. Чикаго 91, Даллас 90. Бареа. Баре и здорово играет на Сионе. Своеобразным зонтиком накрывая то самое пространство, куда Баре мог просочиться. Дерек Роуз чуть-чуть притормаживает, замораживает атаку, но может попробовать атаковать. Он против Новицки в проходе забивает. Плюс 3. Чикаго и тут же вмешивается. Тут же вмешивается Карлайл, и берет он минутный перерыв. Естественно, оставил, приберег на самые важные минуты. Винни Дельнегро более эмоционален. Ну, для него, наверное, в стартовом сезоне, конечно, важно, чтобы команда как можно больше выигрывала. Если он не выведет Чикаго в плей-офф, то дебют нельзя будет признать удачным, потому что по составу команда-то очень неплохо выглядит. В последних 6 играх Кевин Мартин из Сакраменто Кингс набирает 27,8 очка за игру. Ну, не знаю, при чем тут эта статистика и какое отношение она имеет к тому матчу, который мы с вами смотрим. Дирк Новицки чуть-чуть притормозил. 28 очков как было, так и осталось у него. Но солирует Бареа. Игра у него пошла, берет на себя ответственность, опять пошел вперед, сделал скидочку, ну и что? И наткнулся на очень хитро и грамотно сыгравшего Носиони. Встал на две ноги аргентинец и встретил соперника. А тот уже не смотрел на кольцо, смотрел туда, куда собирался делать передачу, открытому абсолютно партнеру. Высоковато Лол Дэнк играет. Может быть, конечно, не мне судить, но думается, что вот за отскок побороться для него в данном случае куда полезнее будет, чем бросать издалека. Тем более, учитывая, что сегодня категорически процент у него стремится к 30 или даже меньше. Ну и атака. Атака Томаса. Мяч остается у Чикаго. Более того, фол выписан Джошу Ховарду. Из 27 он забил. Кстати, у Хосе Баре, который довольно яркий след оставил в этом матче, 7 из 15 и 18 очков всего. У Чикаго Буллс, ну, неразлучная парочка Дерек Роуз и Бен Гордон, которые по 50 матчей провели в этом сезоне, соответственно, 20 и 21 очко. И 14 у Тайрона Томаса. Тоже очень полезно играет. Ну, а нам с вами показывают, что за травму получил Джейсон Терри. Повредил кость кисти. И тут же забивает Томас.
Очень полезно сыграл сегодня Томас, вне зависимости от того, как события будут дальше развиваться. А Джейсон Терри сегодня больше на паркете не появится, как яствует из надписи под этой картинкой с потревоженной кистью. Дерек Роуз, очень важный перехват, если хотите, или, если точнее, конечно, потеря Далласа, которая может стать определяющей. 2.25 до окончания четверти. Плюс 5. Чикаго выигрывает и не спешит. Дерек Роуз сам пошел под щит и должен был забивать. Каких-то сантиметров ему не хватило. Барре, Джейсон Кит угрожает броском. Нет, не решается все-таки атаковать кольцо. Джош Ховард. И что? Неужели Томас фалил? Да, Тайрес Томас получает персональное замечание. Есть у него что сказать по этому поводу арбитрам. Ну, что ни говори, будут сбоку начинать баскетболисты Даллас Маверикс. И, скорее всего, будет это делать Джош Ховард. Ну, а то место, куда обрушился Томас, протерли услужливо тряпочками, чтобы никто, не дай бог, не поскользнулся. И тоже, как и Джейсон Терри, не выбыл сегодня из борьбы. Барре успевает вроде бы Хайнрик его накрыть. Назад на Джейсона Кида, осталось 4 секунды на атаку. 3, Барре бросает уже в отчаянии и закрывает своими телами возможность добраться до мяча баскетболистам Далласа, игроки Чикаго. Барре вынужден был бросать на сей раз, ухудшая тем самым собственную статистику. Не спеша отходит назад Дирк Новицкий и компания. Дирк Новицкий давненько не атаковал кольцо. Минута 45 до конца. Не спешит Дерек Роуз. Более того, цедит эти секунды по одной. И отличный проход Лола Денга. Но сегодня ему не везет. Не его день сегодня. Разгоняет атаку. Впрочем, тут же ее тормозя. Джейсон Кит, а Барре забивает. Из-под кольца опять. С его-то ростом. И на сей раз Винни Дель Негро. За минуту 22 секунды до окончания четвертой четверти вмешивается в ход этого матча. 95-92. Ну вот держит руку на отлете, убирая его от соперника, который пытается его накрыть. И вот не выходит пока ничего. Ничего не мучительно, да, Лол Денг не забивает сам. 3 из 15 у него, но когда он находится на площадке, команда набирает очки. А вот показатели Хосе Барре по этой части стали значительно хуже. Плюс 7 всего лишь навсего. Даже Брэндон Басс его опередил. Ну а у Чикаго Буллс, вот, пожалуй, отметим не очень удачную в этом смысле игру Бена Гордона. Минус 8. Остальные игроки стартовой пятерки в плюсе. Но между тем возвращаемся на паркет. Дерек Роуз сам атакует, зависая буквально над площадкой. Еще бы попал, но нет. Кольцо выбрасывает этот мяч наружу. Подхватывают его игроки Даллас Маверикс. Трехочковые 7-13 и 6-16, но я об этом уже только что говорил. Дирк Новицкий фолит против него. Но Сиони фолит. И Дирк Новицкий 28 очков сегодня набрал. С линии штрафных у него идеальный показатель. 100%, 5 из 5. Вряд ли приходится сомневаться в его возможностях. Прямо в самый центр кольца. Сверху это особенно хорошо видно. 95-93. Второй показатель в Национальной баскетбольной ассоциации по этой части у Дирка Новицки. Вот как раз об этом мы с вами говорили. Я, изучая статистику, лучшего и не встречал. Но, видимо, кто-то есть. Кто-то есть, кто бросает еще точнее Дирка Новицки. И тут же пошла уже война тайм-аутов, которую продолжает Винни Дель Негро. Даллас Маверикс. Удалось сравнять счет и выйти вперед команде в этом сезоне несколько раз. И как раз
Вот эти матчи на ваших экранах, их, скажем так, летопись такая своеобразная. Ну и Дирк Новицкий. 57 секунд до окончания четвертой четверти. Джейсон Кит. 24 секунды на атаку. Достаются Чикаго. После точных штрафных в исполнении Дирка Новицки. 95-94. И давно уже, очень давно не забивали с игры игроки Чикаго Буллс. Деррик Роуз. Но сегодня будет атаковать. Пошел почит и снова не попал. Но как же сражается под кольцом. Здорово подбор забирает. Но сегодня тут же отдает Гордону. Гордон передоверяет возможность атаковать Деррику Роузу, или вернее разыгрывать. Роуз идет сам и бросает. И снова не попал. И все-таки попал Деррик Роуз. Только что показали нам, сколько тайм-аутов в распоряжении каждого из тренеров. Они будут их брать один за одним. В этом можно не сомневаться. На сей раз свой использовал Рик Карлайл. При счете 97-94 в пользу Чикаго. Ну, давайте посмотрим. Если удастся точная трехочковая атака, как раз 24 секунды на атаку у Dallas Mavericks, то счет будет равным. Впрочем, есть возможность попытаться атаковать как можно быстрее. И затем, отзащищавшись, получить право на решающую атаку. Но это, по-моему, слишком сложный сценарий, как мне представляется. Впрочем, наверное, все-таки ход за Dallas Mavericks. Они начинают в этом своеобразном баскетбольном этюде. И вот как сейчас Рик Карлайл распорядится тем временем и теми возможностями, которые у него есть, это, ну, мы с вами, разумеется, и увидим. Быстро это будет атака или будут владеть мячом до последней буквально секунды игроки Dallas Mavericks? В этом, наверное, вот и заключается некая загадка. И для нас с вами определенная интрига. Ну, а я пока что скажу, что 28-28, что определенно еще интерес придает этому матчу в противостоянии между этими двумя клубами. Впрочем, смотрим. Ховард отдает Киду. Дирк Новицкий сам будет атаковать. Нет, делает передачу на Барре. И вот Джейсон Кид забивает. 13 секунд осталось. И теперь Винни Дель Негро уже берет тайм-аут. Ну, за 13 секунд вполне можно организовать атаку. Пока что публика пребывает в экстазе. Ну, думается, что довольно хороший шанс Карлайл оставил Винни Дель Негро в последнюю атаку. Значительное количество времени с тем, чтобы расставиться, с тем, чтобы выбрать направление атаки и с тем, чтобы эту атаку завершить. Причем достаточно будет или найти контакт, или заработать фолы, или забить просто с игры. Новицкий все здорово сделал. Барреа и не успел Деррик Роуз. Не успел к баскетболисту, которого он должен опекать, то есть к Джейсону Киду. А для Кида, кстати, если я не ошибаюсь, это был первый трехочковый в этом матче. И первая попытка забить издалека. Ну вот что значит колоссальный опыт, который у этого баскетболиста, несомненно, имеется. 97-97. Абсолютно равный счет. Весьма возможно, мы с вами получим удовольствие еще в виде лицезрения баскетбола в исполнении этих команд в овертайме. Теперь уже переместилась кавалькада, переместился, если хотите, этот своеобразный бродячий цирк на левую половину от нас с вами. И прессинг в исполнении Dallas Mavericks. Но здесь важно не свалить. Все-таки Роуз получает мяч, мешает ему Джейсон Кит. И что? Фолит? 5,7 секунд, 0,7 до конца. Но, впрочем, может быть, это
Это и удачно для Чикаго, поскольку для Далласа, поскольку бросок... Нет, не пробивается. Не пробивается. И 4 секунды до конца. Роуз будет сам бросать. Не попадает. Ну все. 97-97. Мы с вами продолжаем получать удовольствие. Ну что ж, сработал план Карлайла, который заключался в том, чтобы забить трехочковый, что и сделал Джейсон Кид в последней атаке в основное время. Ну а Роуз, который, по-моему, броска 3-4 последних уж точно смазал, в последней атаке никому не передоверил право атаковать. И счет как был, так и остался. Понятно, что Винни Дель Негро недоволен. Полагает он, что против Дерека Роуза фалили. Но судьи придерживаются. Овертайм в матче между Даллас Маверикс и Чикаго Буллс при счете 97-97. Кстати говоря, если Даллас не выпускает соперников за 90 очков, то, как правило, команда побеждает. Но в данном случае это не тот вариант. Дерек Роуз по-прежнему с мячом. Неплохая передача и точная атака в исполнении Томаса. Вот кто забивает у Чикаго, так это Томас. Но в данном случае он получил красивую скрытую передачу от Дерека Роуза. Ответная атака. Барре под кольцом. Томас успевает все-таки ему помешать. Но Дирк Новицкий со средней дистанции сравнивает счет 99-99. Но сейчас еще вопрос в том, кто первые 100 очков наберет. Дерек Роуз. Когда же забьет сам-то наконец? Нет, блокшот. Причем, по-моему, Барре ему ставит блокшот. И еще одна атака. Лол Дэнк у него... А нет, это не Лол Дэнк, это Бен Гордон. Уже 10 блокшотов. На 10 блокшотов нарвались баскетболисты Чикаго. Не рискует бросать Джейсон Кид. Дирк Новицкий в своем стиле, прыгая назад от кольца на одной ноге. Неизменно забивал он. Таким манером на сей раз не попал. Борьба под щитом. И кто? Лол Дэнк нарушил правила или Ховард? Ховард получает персональное замечание. 99-99. 3:46 до окончания овертайма. И мяч остается у Чикаго. Снова Роуз. Роузу надо забить. Потому что с каждым неточным броском уверенность в себе он теряет. И по пути обронил мяч на Сьоне в борьбе с Дирком Новицки. Но все-таки Дирк ему по рукам попал, причем попал явственно. Забил Бен Гордон. Но до этого было нарушение правил. Опытнейший Джейсон Кид подставился. Очень красиво показал, как соперник его оттолкнул локтем. И судья поверил. Потери. У Буллс 17, у Далласа 11. Едва ли не в два раза больше. Новицкий. Точно! 101-99. Дирк Новицкий. 34 очка за матч. Дерек Роуз замерз на 22. 2-2 по овертаймам в матче между этими командами. То есть те, кто сегодня победят, выйдут в этом своеобразном заочном, не заочном, а очном соревновании вперед. Джейсон Кид оказался вдруг как-то совершенно неожиданно у кольца. И снова Дирк Новицкий. 103-99. И в восторге публика. Дирк Новицкий уже 36 очков набрал. И тут же, конечно, тайм-аут Винни Дель Негро при счете минус 4. Дожимает Даллас соперников. И, по-моему, это уже очевидно. Не удаются атаки в позиобразный резерв. 36 очков, 9 подборов.
Может, и дабл-дабл у него случится в этой встрече. Сейчас посмотрю еще, сколько у него передач. Нет, с передачами у него довольно скромно. Одна всего лишь передача голевая. Ну и что все-таки придумает Винни Дель Негро? Он пока что Джаника Нуа выпустил. Но вот такой бросок. Все-таки точен. Гордон обыгрывает соперника, выдергивая его в воздух. И уже с места отталкиваясь, вперед к кольцу, все-таки попадает. Минус два. Поднимает руку Джаник Нуа. В борьбе за позицию он нарушил правила. Две минуты 17 секунд до окончания овертайма. Джейсон Кидд сбоку. Тут же ему помогает Хосе Барреа. Свободная зона есть под кольцом. Но испытанный способ. Передача на Дирка Новицки, тут на Барреа. Джейсон Кидд издалека. Есть три очка! Но это все, конечно. Вот этот бросок, скорее всего, и выиграл матч. Гордон. Нужно забить, причем лучше издалека, Чикаго. И тут же еще потеря. Дирк Новицки не убежит. Тяжеловат он для этого занятия. Но вот сейчас может он сыграть один в один с соперником. Кто же там за его спиной? За его спиной Тайрон Томас. Разворачивается Новицки. На сей раз не забивает. Лоул Дэнк подбирает мяч под кольцом. Получает по рукам. Как мне показалось. 105-101. Даллас впереди. За минуту 34 до окончания. Но на самом деле, видимо, еще до этого Лоул Дэнк и сам нарушил правила. Тайм-аут просит Рик Карлайл. В овертайме 2 из 8 у Чикаго Буллс. Ну вот он и процент. В самый нужный момент опытная команда атакует более аккуратно. Ну и, конечно, никто не отменил класса Дирка Новицки, который фактически в одиночку и вытащил этот овертайм. Ну еще и сумасшедший мяч совершенно забил Джейсон Кидд. Когда мяч скакал по кольцу, секунд 5, наверное, и потом все-таки провалился внутрь. 105-101. Минута 34 до окончания. Ну и, пожалуй, только чудо теперь сможет спасти Чикаго Буллс по той простой причине, что и мяча-то нет у гостей. Мячом будут владеть хозяева. Дирк Новицки набрал 36 очков. Дампьер забрал 10 подборов. И Джаник Нуа тоже. Вот если бы Нуа еще и забил хотя бы один с игры в оставшееся время, то дабл-дабл был бы у него. А так Тайрон Томас может похвастаться. 18 очков и 12 подборов у него. Единственный среди всех участников матча, у которого дабл-дабл. Ну и в итоге 50 подборов у Чикаго Буллс, только 47 у Даллас Маверикс. В принципе, сравнимые показатели. Но зато 14 подборов на чужом щите и у той и другой команды, кстати говоря. Подравнялись по этому показателю. Чикаго и Даллас. Возвращаются команды на паркет с тем, чтобы эти последние полторы минуты отыграть. Джейсон Кидд. 5 очков, 5 подборов, 10 передач. По части, как в качестве ассистента, сегодня он на своем привычном очень высоком уровне выступил. И забил, вы знаете, самые нужные броски и забил. Тот, который перевел игру в овертайм. И вот этот решающий, скорее всего, решающий. Джош Ховард. И он забивает. 107-101. Не трехочковый, но зато точный. Плюс 6 очков. Ну, побыстрее нужно сейчас Чикаго разыгрывать. Побыстрее. С тем, чтобы давать шанс на... дать себе шанс на еще одну атаку. Минута 7 до окончания. Но это слишком сложное, что это придумал Тайрон Томас. Дирк Новицки, тем не менее, сфалил в борьбе против него. Минута и 2 секунды до окончания овертайма. 107-101. На линии штрафных Тайрон Томас. Ну что, 20 очков может набрать. Вообще провел хороший очень матч. Пожалуй, единственный баскетболист Чикаго, который, что называется, не сломался.
и по-прежнему продолжал играть как в начале матча, так в середине, так и в конце. Очень ровную он встречу провел. Потому что тот же самый Дерек Роуз провалил концовку четвертой четверти в овертайм. Слишком много брал на себя игру, и слишком мало отдачи от него было. И КПД был весьма низок. И то же самое можно про Гордона сказать, хоть в меньшей степени. Но он вообще сегодня несколько в тени был, хотя приличные показатели. Собрал 23 очка. Ну вот вам и еще один бросок Дирка Новицки. 38 очков за матч. 109-103. Есть ли смысл брать тайм-ауты? Вопрос риторический, скорее всего. На матч среди новичков. И будет принимать участие в так называемых skills, то есть соревнованиях, разнообразных соревнованиях техники. Ну а что теперь осталось? Осталось доиграть 44 почти секунды. Дерек Роуз и будет сам атаковать, или же Гордону сделать передачу. Гордон же между тем шел под кольцо, и Барре пытался под него подставиться, в итоге сам правила и нарушил. Гордон на линии штрафных. У Гордона пока что 23 очка. 23 очка, 4 подбора и... 24 очка, 4 подбора и 2 передачи. Смотрел я на 8 передач Роуза, едва их Бену Гордону не отдал. От щедрот, что называется. 24 уже очка набрал Бен Гордон. 8 из 17 с игры. И 3 из 5 трехочковых. Очень неплохо. 25 очков. Самый результативный в своей команде. Лучше даже, чем у Роуза и у Томаса у него показатели. Но можно спокойно доигрывать. Команды и не форсируют события. Все-таки в известной мере матчи регулярного чемпионата они носят, ну, конечно, не тренировочный характер, но тем не менее. Наверное, в плей-офф все будет по-другому. Дирк Новицкий. 40 очков за матч. 40 очков Дирк Новицкий. То есть больше, чем треть в своей команде. Все сделал Дирк Новицкий для того, чтобы Даллас сегодня выиграл. То есть сначала ему не удалось. 22 секунды до конца. 111-105 в пользу Даллас Маверикс. Оставшиеся тайм-ауты используют тренеры. Думаю, что просто для того, чтобы поговорить о том, что должно произойти, чтобы моделировать концовку. Только что показали нам, как Джейсон Кид перевел игру в овертайм. Затем вот этот очень важный фол, нужный тактически в его исполнении. А это Дирк Новицкий уничтожает Чикаго Буллс в матче. Один за одним отправляет мячи в корзину. Можно настричь, наверное, на целую четверть эпизодов своего участия. Только как он это забивает. 40 очков, 9 подборов. Это 10-й матч, в котором он забил 40 очков и больше, и 3-й в этом сезоне. Точный бросок Хайнрика, но он не нужен уже сейчас. Он уже не нужен. Минус 3, 15 секунд осталось. Хотя, в принципе, все еще может быть, как раз к тактике фолов. Прибегают Чикаго. Команды отправляются на противоположную половину поля. Может быть, сейчас не все будет забито. И тогда какой-то шанс у Чикаго останется. Тут как раз это и объяснял Винни Дальнегро. Дирк Новицкий. Нашли на ком фолить, что называется. Вероятно, это болельщик Чикаго Буллс. Дэвейн Джордж выходит. И меняет он Эрика Дампьера. Ну, бороться по читами сейчас уже, наверное, не так и нужно. Ну, а Дирк Новицкий с линии штрафных сегодня не мазал вообще. 113-108, все те же 5 очков. И снова нужно бросать издалека. Мяч выбит из рук Гордона. Дальний бросок точен. 111-113. И тут же будут прихватывать. По-моему, Томас попал, вы знаете, Новицкий. Ну вот на нем. Опять на нем фалят. И Дирк Новицкий улучшает и без того великолепную статистику. Ну, по крайней мере, получает такую возможность. 42 очка он уже набрал. И снова на линии штрафных. Дирк Новицкий. 9 из 9 он забил.
2,9 секунды до окончания, говорю теперь уже не овертайма, а матча. Честно говоря, в талантах Дирка Новицки я не сомневаюсь. Только если он забьет один из двух, вот какой-то шанс появляется у Чикаго. Но он забивает, хотя не так уверенно, как раньше. И вот следующий бросок Дирка Новицки вполне может стать победным. Пока что плюс 3. Пока что плюс 3. Но если Новицки не забьет, тогда некий шанс все-таки у Чикаго останется на второй овертайм. Пока что площадку приводит в порядок Джейсона Кида. Нам тут напоследок показывают, что-то, видимо, там пролилось. Уж не знаю, что случилось с этим кусочком площадки. Но Дирк Новицки еще один бросок выполнит сейчас. И тогда нам с вами окончательно ясным станет, мизерный шанс остается у Чикаго или нет. Да, плюс 4 и 3 секунды без 1/10 у Чикаго для того, чтобы забить. Но надо бросать уже. Выбросить успел, да, забил. Забил Гордон, 114-115, Даллас выигрывает, Роуз забил, 115-114, Даллас выигрывает у Чикаго Буллс и в первом овертайме. Ну и, пожалуй, все, о чем мы могли вам сегодня рассказать. Матч помогал вам смотреть Алексей Осин. Удачи в игре и счастливо!